Даже тот, кто не видел фильм «Ликвидация», тотчас вспомнит о нем. В новой экспозиции в арт-кафе «Кафетурия» представлены в высшей мере композиционно-качественные фотографии, в высшей мере достоверно воспроизводящие эпоху 50-х, века минувшего. Работы выставки «Однажды в Одессе» воспроизводят жизнь, быт, типажи и атмосферу тех лет, когда война уже миновала, а сама жизнь была простой, натуральной, с натуральными дворовыми посиделками, позы, типажи доподлинные. Сразу видно, что это проект, что это постановочные фотографии и что это фотоискусство. Авторы Глеб и Елена Васильевы искали, подбирали костюмы, антураж, благо типажи имелись. Как сразу узнаваемый Борис Бухман. Реалистичность, даже достоверность типажей изумляет. Люди превосходно вписались в ту эпоху и ситуацию, словно мы и не выходили из нее. Одесская реплика, реакция, наш ответ на московское видение нас и нашего города поддерживает их точку зрения. Да и сама старая, историческая, тогда еще не расползшаяся Одесса, много симпатичнее нынешней, с одной стороны, с разваливающимися зданиями, особенно исторической ценности, где архитектурный ансамбль нещадно истребляется уродцами, новостроями. Ну а достоверность простых, открытых отношений, особенно внутри двора, особенно между одесситами, давно стала мифом, сказкой о прекрасном прошлом.